молодая, незамужняя женщина, готова к экспериментам. Что вы делаете? Ой, ну что, что у вас тут так жарко? Мы, наверное, мимо солнца пролетаем, да? Давайте, начинайте свои опыты над моим космическим телом. Мы не будем с вами спать, у нас даже нет половых органов. Как нет? А если найду... А вот это у вас что такое? Что это такое? Это не то, что вы подумали. А что? Это у нас такой аппендикс. Не аппендикс. Аппендикс. Это у нас на Земле абсолютно бесполезный орган. У нас тоже. А вот тут я готова поспорить.